3 декабря 2019 год, город Павлодар. Вот, время 8:30, 15-й маршрут, полный вот, под завязку. Вон, ребенок даже не может залезть. Видите, не влезает народ. Вот, пожалуйста. Не можешь закрыть дверь. Закрывай, закрывай. То же самое. Люди не влезают. Ёкарный бабай, подождите. Вот смотрите, что творит Акимат. Увеличил. Смотрите, люди не влазят, как селедки. Пассажиры, пишите заявление. Водители написали в прокуратуру антикоррупционную, чтобы не ездить как селедки. Вот, люди не могут залезть. Остановка Муткенова, 3 декабря. Снимайтесь, не бойтесь, не прячьте лица. 3 декабря, время 7:38. Остановка Муткенова. Вас устраивает такое? Время 7:30, 7:40. Вот люди не могут доехать до работы. Город Павлодар, 2019 год. Маршрутка номер 151 подъехала. Люди стоят в ожидании чуда, не могут уехать на работу. Не лазят люди. Дом, пожалуйста, пол. Салон на диспетчерской остался, не вместился. Люди возмущаются. Говорю, обращайтесь к Акиму города. Они там считают, что людей можно только на автобусе возить, маршруты не нужны.